Мы вновь приветствуем вас в аэропорту Красноярска. Летим сегодня в Калининград с пересадкой через Москву. Летим Аэрофлотом. Регистрация начинается за 2 часа до вылета рейса. У нас вот пока еще регистрация не началась. Ждем. Регистрация на стойках 8, 9, 10. Снова для себя отметили, что у Аэрофлота сейчас прием багажа на отдельной стойке. Ну и две стойки для регистрации. После регистрации поднимаемся на третий этаж. Можно подняться либо на лифте, либо на эскалаторе. А из приятных изменений в аэропорту это то, что сейчас вместо кафе зона ожидания, где можно полюбоваться самолетами. А, и вот можете посмотреть, выставка Хворостовского закончилась, сейчас здесь детские рисунки. Ну вот можете видеть, какой вид теперь открывается для всех пассажиров. Раньше можно было только в кафе, сидя за столиком, увидеть этот вид, а теперь может посмотреть любой желающий. Вот и наш самолет готовится к вылету, а мы ждем начала посадки. Ну что, занимаем наши места. Ну и вот можете сразу посмотреть, что место для ног 30 сантиметров. Это прям очень много, сидим очень свободно. Летим сегодня на аэробусе А321. Вот такая инструкция по безопасности. Что-то у нас еще есть. Подстаканник, чтобы не открывать столик каждый раз. Система развлечений, SkyShop. И журнал. Журнал очень толстый. Есть что почитать во время полета. Тем временем у нас началась буксировка самолета. Готовимся к взлету. Вот пилоты проверяют механизацию крыла. Сейчас будем двигаться на взлетно-посадочную полосу. Ну и по традиции заснимем для вас кадры взлета с Красноярска.
так выгружается багаж из нашего самолета. В Москве, как можете видеть, нас встретил дождь, так что удачно нам повезло, что выходим мы по телетрапу. Быстро и незаметно, и сейчас у нас уже начинается посадка в Калининград. Самолет до Калининграда тоже заходим по телетрапу, что большая удача, потому что на улице проливной дождь. Так выглядит салон в хвосте самолета. Летим на Аэробусе 321. Его салон разделен на три части. В Москве продолжает идти дождь. Мы уже в салоне самолета. Вот у нас стоянка недалеко от места, где установлен Ил-62. У нас уже началась буксировка самолета. И скоро полетим дальше. Пилот проверяет механизацию крыла и готовность самолета к вылету. Мы с вами по традиции посмотрим расстояние между креслами сидений самолета. Полосе.
самолет готов к посадке. Просим вас убедиться, что все электронные устройства переведены в авиарежим или выключены. Ремень безопасности застегнут, спинка кресла в вертикальном положении, столик убран. Благодарим за внимание. Спасибо за просмотр. Ожидайте видео о нашем перелете домой.